Ты про этот Варлок? Кто тебя знает, возможно, Шредер захочет на второй спирт. Если я начну раздавать их по половине, то все захотят за половину. Он за этот самый, за Варлоковский. Это не паладин. Но ты его планировал продать? Те печеньки, да, которые вы планировали продавать кому? Ну, за половину их точно отдавать не буду. Хотя... Не знаю. Все получали за фул, блядь, пока снижения не было. Я последнего пулю. Не сейчас. Летит ловить. Любую шпотку тебе надо смотреть по твоим статам. Эти меткости может уходить своим шмотом. Сейчас да, но когда будет перекоскам, возможно, не будет перекос. Только спасите вниз. Не он же, там вообще слакать нельзя. А есть еще у кого-то спек ДЦ? Туда ты попадешь скоро, потому что надо будет учиться, а не ждать там. Похуй, идем 4 хила, бля. Будем вайпаться, посрать. Так. Кто наверх? Так, Котлас, Миксту... Котлас и у нас кто будет в танке? Кто у нас будет в танке? Наверное, бой. Или нет? Чего? Говорю, кто будет в танке? Третьим. Или идем в два там? Прости, а тебе пристав кого чего надо? Котлас кто, блядь? А, ты уже в там? Тогда да. Котлас не в танке еще. Че там по банкам? На танках.
Микстурка раздает на танк. Ой, на ДД класс. Я с Катласом наверху побегаю. Микстурка внизу пускай. Три роги есть, на пол еще похуй. Первый начнут. Есть еще у кого-то спек ДЦ хоть какой-то? Пристачный сумка. Давай обычную голову ДЦ. Не, я-то в ДЦ. Я просто имею в виду, на робота можно в 2 ДЦ. Один ДЦ в Т5, второй в Т4 и можно без банка. Два счета. А этого босса вы захилите? Четвером? Да, тут... Тут только тут танк. Главный танк. Да. Если слапать не будем, но это не тянете, то слаплен, мне кажется. Че там, у кого танков фаски взять? Сколько быстро? Кто вам сказал, что их починил? Костель обмен бери, блин. То есть у тебя до танка есть? Ша возьму. Ой, не тихо. Шредер. О, ой. Хорош. Хардкап мастерства. Слышишь, микстурка? Микстурка, ты раздал фаст? А. Икстурка, ты же видел, да, ДК у меня Глора там, блядь, Гера, ебать. Вообще такой кайф. То есть с четырех атак они теперь снимают. Они с двух убивают рейд, нахуй. Ты про чё, про Феникса? Кинжал, он говорит, на келика. Классно, три роги, кстати, классно будет. Если да там четыре автоатаки убивают чувака все равно. Ну, типа, можно одеть какого-нибудь шамана. Спроси, что такое четыре автоатаки. Можно шаману одеть какому-нибудь или, блин, присту, или с кинжала потыкать, или локу тому же. Господи. Чулан, шар. А что, никак не сделать, чтобы он меньше бил? Нет, никак. Ну, вернее, есть один только вариант одеть кастеру. Давай. Кастером каким-нибудь. Но это дичь. Дичь. А есть макрос, который стопает автоатаку. Не, серокастые кастеры, они могут менять. Слышишь, есть же макрос, который стопает автоатаку. И что? А, значит, он снимать не будет. А смысл тогда от этого? Смотри, если снимать не будет с пары ударов, тогда смысла нет. Не, смотри, он не только же от автоатаки должен прокать. Если ты low skill, low level. Только автоатаки. А, только? Ну, блядь. От белой атаки. Ну тогда только вариант быть кастером. Чулан, па. Только кастером. Войт. Берете, убирайте оружие в главной руке. Класс у нас начинает. Давай я начну. Войт стоит треугольник. Не, я армус, у меня в рустер будет просто. Так, ты еще три роги. Упал, что ли? Как ты сорвешь-то? Ты вообще никак не сорвешь. Давай. Кто я начинает из танков? Ван, ты где? Ой. Да давай я, да, начну. На тебя бдилку ебану, там 15% нахуй. Ты никак не сорвешь вообще. С одним даже Элреем не срывал бы. Плюс у меня хардкап мастерства тут вообще охуенно. Чулан. Инту ему надо. А он как пулится? Сам по себе? Саунтом, либо кидаешь в него, блядь, чё. Угу. Пуляй. Вы все подошли уже? Да, пуляй, да. Да.
Геру. Давно я в тексты не вставал. Троскова обновите. Спадет, сейчас обновите Роскова. Саджира упал. Да тоже молодец, как я. Филшер как упал? Уголек. Не стопало, да? Потому что надо, чтобы танки сначала его забрали. Или он сразу возле тебя появился. Саджира, блядь. Улетел вообще в меня. Саджира не умер. А, теперь уже умер. Все понятно. Джурада. Берни Саджира. Мосса Берри Фелшер. Где он умер, то понимаю. А, вон. Справимся, скоро касса. В кружке танка нету, почему? Всем здрасте, это я нужен? Перья спрыгнули вниз. Здорово. Возможно, заходи, посмотри. Значит, в кружок котла сбеги. Надеюсь, ты туда бежишь? Мелко удалили. В кружке, босс. Подожди, в квадрате тогда. Я ебал, нахуй. Я провалился в текстуры, нахуй. Так же, как и ты. Да тут, видишь... Край какой, поребрик маленький просто. Пизду эти нахуй, блять, сирусы, ну. Блять, уже раньше не проваливался, сейчас опять проваливаюсь, так какого хуя? Нужно место, куда чардж делаешь, типа. Я понимаю, блять, всегда делал туда, там, и, блять, все равно скинул. Ебать, у нас вообще череда скидывает с балкона, мы ж не ноем. У вас один, сука, скилл, которого когда минута с чем-то, блять, а у нас, нахуй, хоть два скилла. Не минута с чем-то, а минута. Символа. Сиди по центру, блядь, топать по мелку. Стопайте по мелке. Будете их доводить только. По мелким стопайте. Столько команды там по хп, блядь, мелко. Они не в первый раз тут. Первый, да не в первый раз.
Знаешь, если у меня сейчас с агро все хорошо будет, я боюсь представить, что 4-5 будет для этого про товара с агро. На боссе, котором падает Т5, сундук или он с лутом? Странный вопрос с лутом. Ну, там, где Т5 грудь падает на лока. Ушли вниз. Никто грудак не будет продавать. Нет никаких сундуков. Ой, не грудак, плечи. Нету тут сундуков ни на одном боссе. По гулькам, стопните у гулькам. Так, полетел в кружок. Ну там не сильно, блять, этот. Как его, понерфили? То есть двойная казнь. Оказывается, там была тройная казнь, да. 200%. Ну 300 было, сейчас 200 сделали. Нет, угрозу, да, сделали 200, да. А урон от казни сделали вместо... Гугалька все, потом босс. Сделали это. Кто вылетел? Сакрас, нормально. Я вылетел, сори. Молодец. Так бывает. Один из тысяч крит. Будет готовься ты босса ловить, потому что на мне. Да, 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 я подержу босса, конечно. Уголек все, инстурка. Тут на фениксах топ ДК всегда. На маленький. Так, ну я прыгаю вниз, тогда точно добьете, да? Угу. Готовимся сразу все уходить с центра и спот. Спрыгнули. Прыгнули вниз. А то угольков уйдите нахуй, сейчас вас отбросит хуй знает хуй. Не добивайте их нахуй. Сейчас босс появится, да добьете. Босс появился, добивайте угольков. Подходите, хилите. Я тоже никогда не слышу. Все, Минстурка, лови там. Лужи. Босса, я, ты, кто будет? Я. Я сюда поближе подберу, где трупы феникса. Все в центр сбежали. Чтобы вы... Кружку устали. Ну, чтобы мы недалеко друг от друга стояли. Готовимся убегать. Бежали. Гулько. К стенке. А. По гулькам, стоп. Лови следующих кто-то. Готовься. Текучку. Разбежали. Это когда один стоишь. Повисли. Дальше педалили. Пару белькам. Отводи, сейчас ты в угол, они на тебе. В центр сбежали. Не через лужу бежим. Готовьтесь убегать. Убежали. Гуляков собрали.
Лужки. Нихуя он. В кого-то чаржнулся. Надо босса держать ближе дверей на. Скидывай. Все в центр пошли. А я вообще в этой комнате уже запутался. Готовь, убежали. Дайте каску, пассажир. Каску, пассажир. Гульков добили. Милики ему Гульков. Центр сбежались по гулькам стоп. Отводи. Гульков забери. Отводи, отводи, отводи. Убежали. Он чья-то гарган бьет так и сейчас убьет. На пике. Слишком далеко. Да, ты не получишь мод. Вот да срал. Дает. Лужа. Долго один бой. Центр. Долго, да. Фишка, бежите в одну сторону. Если в одного битер попадет, он убьет. Убегай. Ну нахуя ты подбегаешь к пути? Там лужу чешу, я не могу понять. Отводи их. Повел. Стопнули по ним, встали в центр. Готовимся убегать. Убежали. Короче. Не обделался, блядь. Там РЛ с Гвардиан Фридомс хочет перетащить с собой 10 человек. Кого? Человек с собой перетащить хочет с Гвардиан Фридомс. Ооо, пупс, сучи, не пупс. Добили одного. Че после босса скажешь? Одного добили. Это очень хуёво, кстати. Еще голову. Дали Геру по боссу. Хотя нет. Давайте просто Геру. Ты поторопился. Гульков так за... Лужа, выйдем. Слакер, лужа, алё. Угольков доводим, забираем нахуй все в центр. Встали и добиваем угольков, потом после. Что я забрал? Забери. Так, ладно, забери свои, да. Всё, мы там. Побежали. На ЛРЭ. Побежали быстрее. Добили угольков, РДДшники. Остальные по... Три ляма можно босса. Это... Оп, и стало 200к сразу. Нахуя плачет. Так, чё мы можем? Просто на шаму загнать, правильно? На ласте.
запы ему нужны. Не, подождите, а у всех пингует? Или только у меня? Немного. Кто следующий? Робота пошли. Где раздавалка? Ну нету её. Обидно. Брось. Как только я выбиваю анхолику 4 шмотки, я буду одевать мага. Говори сразу. Мастер, пиши этому микропупси. Нихуя ты там ГП вхуярил, ебать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В шоке, чувак. Просто, блядь. 4 куска ты 5 сразу забрал. А что там? Что там случилось с этими Guardians? Не знаю, что там случилось, он мне написал ПМ, сейчас я здесь купил. Да там вообще бардак, я же говорю, творится. Там вещи продаются за голду. Внутри рейда. В рейд пришел, за голду продаешь самому себе, считай. Он говорит 10 людей. Кто из вас пошел адрес? Говорите. Ой, кого агрил? Всех. Я всех не агрил. А кто забрал? Перезарядка же. Отдай мне его. Мастер, он что, 10 человек хочет перетянуть? Ну вот 10 человек, и что же они будут делать? Если бы был бы человек... Если он РЛ, он может... А кто там тебе написал? Просто я был там, могу сказать. Микропупс. Ну, Пупс, кстати, РЛ, он за нормальный РЛ. Я даже знаю, почему он так ушел. Идет, ну, Дживс есть? Да есть, есть, господи. Я все понимаю, но надо им давать какой-то приоритет. Ну об этом можно зайти в дискорд и обговорить, и все. Я думаю, это не проблема. Ну не давать им топовый ПР, типа, блядь, первый. Не-не-не, дать приоритет где-то 15, то есть 15 тысяч. Да. Я не знаю, если мы договоримся, хотят ли они приор или не хотят приор. Потому что если они придут в составе еще 10 человек. Филшер, то... блять, ну нахуя? Наши люди пойдут нахуй. Блять. Вы можете, сука, по стеночке ходить, а? Ну он мне писал, типа, хочет только чтобы его люди на замене не сидели. Типа не слакаешь что ли. Так, ты зашел? А, да, я зашел, сейчас еще это пацанок зайдет и поговорим с вами. А, это челик уже говорит, вот этот, который... Дживс, 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 есть? Так, ясно, блять. Добьете трэш суммунить из Долорана. Ю-кью, ты... Так поставили Дживса. Куда ты? Аллилуйя. Твой. Че? А, блин, так вот, короче, мы сидим, как бы, у нас во второй статике, и статик в гильдии... Так, мы тут... Да-да-да. Так. Юра. В чем, собственно... А, у него... Не, у него не мод, у него вырубленный просто микрофон, он в хуй не мод. А, ты перетянул нас. Кью-кью сюда. Да-да-да, кью-кью сюда. Ну, чисто дядим ему участник. Блять, он чё? Я не знаю, чё он ходит. Он не может, походу, говорить тут. Сейчас ему дал участника, по идее. Всё, можешь говорить, чё ты... Стой, погоди, сейчас я напишу. Он лагает, возможно. Он просто в деревне. Чисто. Так, тут. Чё ты, блядь, уходишь? Да ебать.
Так, еще кто-то с вашими, да? Микрочели. О, вот все. Все нахрен стал тут. Главный. Юра, если ты можешь говорить? Я так. Вас слушаю. Вроде, вроде могу. Да, можно. Так, смотри. У нас есть человек 10-15. Ходят из них 5-10. То есть стабильно. Ребята хотят фрейды нормальные, а просто сидеть на бутылках, вот как сейчас, типа второй статик, которым вообще не занимаются, и всем насрать на него. Я сейчас ищу какую-нибудь гильдию, куда либо ступить, либо слиться, либо хотя бы просто вместе фрейдить. Ну, смотри, я тебе не могу обещать, что вы не будете сидеть на заменах, если у вас 15 человек идет, либо 10. Потому что у нас есть еще и свой состав. Да, у нас есть недобор, но у нас недобор типа долго происходит по одной простой причине, что люди не приходят. Ну, типа вовремя. Я понимаю, у нас тоже такая фигня, то есть люди есть в один день. Если ты орал, насколько я слышал, да? Да. Ты можешь создать свой второй статик. Если типа к вам сразу, да, свинков много есть? Стой, а на замене у вас много народу сидит? Раз, ноль, ну один. Ну, блять, это получится такая же ситуация, как и в принципе у нас сейчас. То есть, да, первый статик сейчас ушел в ЗС, а второй статик сидит на бутылках. Потому что у нас вот 8 человек в группе, ну плюс-минус 10-12 наберется. Что я могу вам точно обещать, это если суть какая будет. Если вы придете быстрее, типа на вас 19-30, вы плюсуете в рейд, то есть вы первые плюсанули, тогда кто наши позже заходит, будет на замене. Смотри, мы даже нам не особо нужны места, мы как бы можем даже друг с другом поменяться. Допустим, танки свичнулись на каких-то боссов, там, РТДшки. Потому что мы почти все фуловые. То есть некоторым надо одевать. Что у вас по хилам по танкам? Два танка одеваются, я танк 272, ну это каков спек идет? Это именно что по хилам. Еще Вавамба есть в спек танка, тоже 260 там какой-то. Ну танчат все, все что есть. Ну смотри, вы готовы вот ступить сюда, вот как обычные игроки, просто вам ПР как бы дадим такой минимальный? Да. Вот, конечно, готов. Я вам не могу, что вы. Это все зависит от вас. Ребят, смотрите, так просто неделю-две побудете, посмотрите, если вас это устраивает, да и все. Я другого не вижу вариантов. Мы вам сейчас говорим на словах, а вдруг оно будет все по-другому. Понимаете? Да, мы не просим, типа, вступить вам в гильдию, типа, и получить какой-то там, не знаю, приоритет, что. Не, мы приоритет, это как бы это уже наше. Мы тем, которые уходят с другой гильды, мы приоритет даем. Боешка за определенный такой. Это решение всех РЛов наших гильдей. То есть мы так делаем. Это если другая гильда, соответственно. Ну, суть какая? Вы побудете неделю прямо на гильдии, мы даже сделаем вам такое упущение, которое никому не делали, новым игрокам не делали, точнее. Просто вы получите дополнительный приор. Я думаю, тактика деталь, либо 10, но это уже абсолютно. Заманчиво, конечно. Но все равно у нас почти все половые, там им надо, я же говорю, где-то что-то пододеться. Единственное, танк у меня воин один с одной Т5. Это сейчас я его приоритетно одеваю, потому что ЗВС вчера пронесли, вот еще пару шмоток выбили. У нас какая ситуация? У нас по системе ролла как? Забираешь одну Т5, если у тебя есть хотя бы одна Т5, забираешь вторую Т5. Да-да-да, приоритетно. Да, но первый Т5 ты должен забрать эти... Как его? Блять, забыл. По приоритету. По приоритету, да. Но если у тебя уже один кусок есть, и у наших есть, типа, уже не по одному куску нету хотя бы, тогда вар, думаю, получит второй кусок анрола. Видишь, в чем тут вся сложность с Т5? Дело в том, что на одном токене, на одной печеньке, находятся 4 класса, которые самые полезные в этой игре. Это вар, ДК, друид и прист. У всех по 3, по 2 спека. Да, это единственное. Это большая сложность для получения. Смотри, потому что токены на лок, мага и ханта мы уже просто не будем одевать, нахуй. Потому что их просто в рейде нету, нам.
То есть, если у вас есть хант в рейде, для попадания... Что вообще вы проносите? Мы все проносим. Кроме Халеона. Кроме и Халеона. Да. Стоп, а у вас хантов сколько, типа? Ну. Сейчас да? Ни одного. А, ни одного ханта, окей. Эршамами у нас напряг, припалами напряг. Ну, у меня из своих есть прист хил. Была поленка еще, но поленка ливнула. И по хилам еще шаман, но он катается там в круизе на 2 месяца. Ну, смотри, что я могу вам точно говорить, что у вас, если у вас хант есть, он 100% попадает в рейд. У нас два ханта. У нас даже два. О, тем более. Ну, у меня уже в 4-5, поэтому... Маг есть у вас? Маг есть? Я уже хочу давно на... Да, есть. Дорогого. Высыпаться на это и ходить на работу веселым, блядь. Есть и маг, все есть. Юра, ну, блин, это лучший вариант, чем, блядь, кто-либо что предлагал. Да, короче, смотрите, ребятки, мы сейчас еще со своими ребятами, я всеми переговорю. И, скорее всего, мы к вам вступим. А можно вопрос? Да. А что тут происходит? Царь, тут мы хотим людей взять в гильдию. Смотри, чувак, это самое, который вот РЛ. А у меня такой вопрос. Вы Халеона 25 гер здесь били когда-нибудь? У ребят нету доступа, у меня есть, я его бил. С какой гильдии бил? С джоками вайпались, так и не убили, но это было давно. А здесь ребята, где в Guardians Freedom, это бывшие пики, они тут убивают. С трудом, но убивают. Ну вот смотрите. Там ваши... Я его за ШП учил играть. Ну это круто все. Смотрите, если вы вступаете, то повышается вероятность того, что мы в скором времени начнем Халеона бить. И, ну, то, что для Халеона Джайна... у нас точно не все пойдут. И на Джайну. Ну вот ты смотри, по-любому. Мы там посмотрим, кто как играет, и будет уже видно. Я уверен, что Джайну мы... Понятно. Блядь, в декабре... Что ребята очень... должны показать, чтобы куда-то в нормальные рейды, но имеем в виду на таких тяжелых боссов идти. Там видно будет, Рэвы посмотрят. А у вас какой самый жесткий ДПСер, сколько он дает? Ну, я в 23к где-то, ну там... Еще Ретрик есть, около 20-ки дает, еще один хант. Там 17. Еще лок есть. Он в 260, там знаете сколько давал? 18-20. Сейчас не знаю, сколько он даст. Наверное, поболее лока. Короче, нам нормальные игроки нужны. Я думаю, вы поможем, мы вали! Так, сейчас. Юра. А это у меня тут. Шага. Нет, он мне деревья. А чё вы так это решили прям к нам вступить? Потому что, смотри, мы сидим уже где-то 34-й день, как бы уже нихуя не делая. Так просто чилим, сидим на бутылках. Все, нас это заебало, мы как бы хотим, блядь, заказать актуальный контент. Мы с пугами прошли в заезд, с пугами сходили там в ЦЛК. Как бы хотелось бы нормальных рейдов, а не с пугами, которые... Вайпаются на синдре. Нет, у нас просто долбоебы в гильдии есть по типу меня, которые орут всякую хуйню в дискорде. Ну, а вот насчет дискорда, конечно, хотелось бы потише. Не все привыкли к балагану. Ну, какой балаган? У нас просто РЛ всех материт. Да, это такое. Шо вы там, скоро? Я матерю не потому, что там, я считаю, кого-то сейчас был, еще занят. Что-то. Я матерю по одной простой причине, что вы поднимаете свой скилл. Ну, старайтесь, иногда. Некоторым доходит, иногда некоторым. Типа, если такая ситуация, я никого обидеть не хочу. Если что, просто сразу предупреждаю. Вот я говорю Джованни, что он дебил. И уход в тень неправильно прожил. А он мне не верит. Но все равно он дебил. Но все равно я его люблю, да? Да, и обижается на меня. Говорю на гидросе, прожимаю ход в день. Дом дебил. Дебил он в КД. А когда нафиг ты его прожал на переходке, сука? Ой. Короче, ребят, смотрите, это как-то пища для размышлений, да?
Да, да, да. Вы думаете, это ДТП. Потому что у нас сейчас робот, давайте мы пойдем к своим. Все, давайте. О, вы что, робот, что, заходите да? сюда, если что, в этот Дискорд. То есть вы спросите любого вечером РЛ. Или пишите там, где мастер. Кто у вас? Кто у вас? В основном я Войд. Ну это в основном. Гам сейчас наш. Комп разбил то ли что, нахуй, не знаю, он себе ГП заморозил, ЕП. Вот. Блять, что-то так, похоже на наше аудио. Ну, у нас от ГМа в гильдии мало чего зависит, на самом деле. Ну, короче, у нас два РЛ в основном. Когда в 19.30 по МСК. Да. А если чтоб кого в гильдию добрать, можете и на царя обезьян писать. Хорошо, ну мы, я же говорю, сейчас пока еще со своими поболтаем. Решим. Говорите сразу, 10-15 к ЕП вам бьем, это сразу 15%. Хорошо, ребят. Да, царь-то там... Это 67%, но это у чувака, который на сервере. Царь-пидор-детектор там включай при доборе. А, это... сразу да? начинать... И все? Не, ну пацаны новые. Все, ладно, ребятки, мы... Да, мы зайдем, если что, напишем. Давайте, спасибо, да. что время отделим. Шли, Микр. Давай, пошли, напишем. Ну что вы об этом думаете, господа? Надо убивать этого босса и идти на следующий. Нет, я про вот эту гильдию, которая... Ну а чем это плохо? Да нет, это хорошо, что просто потом, все. Знаешь, типа, они посидят, займут места в статиках, те люди, которые раньше были в статике, скажут, ну и нахер, либо прекратят играть, либо ливнут, а потом эти ребята оденутся, говорят, а нахер нам эта гильдия, мы свою пойдем под ним. Пока они оденутся. Ты видишь, у нас статика нет. У нас статик 8-9 человек, которые постоянно. Все. Это не статик. Это ни о чем. Не знаю. Мне в последнее время нравится, как у нас что происходит. Ну, на самом-то деле, я бы только что, если было 3-4 человека, это бы хорошо. Но десяток это круто вообще. Пошли выше. Пошли вам, выше. Вам там что, это, помощь нужна? Пока нет. Так, сколько тут танков будет? Два. Так, Миктурик. Миктурка и как? Котлас и я. Два танка будет. Нам нужен еще хил один. Так спекайте. Простя, Мосса, Быча. Мосса, Жирада, Простя, Быча уже в хиле. Ну, хватит тебя. Что, в 4 хила? Туда сапроты, блядь, пейте, нахуй. Прожинки будем давать с Котласом, ты. Я, блядь, я не верю в 4 хила здесь. А, Простя там. Войд, ты можешь побегать, первую прожимку дать нам, да и все. Пассажира бить будет. В смысле, в танке? Или что? А что там бегать? Просто по кругу в тупую, да? Просто по кругу бежишь нон-стопом и все. Ладно, мне знаете, что кажется, что сапроты-то точно вам надо будет выпить тем, у кого ХП мало? Не знаю, если бы я был своим задом в рейде, мы бы сейчас... Это вообще изи зашел, давали, и никто бы не сдох от 100%. Можно Шансунга в ДЦ, и будет два щита. Ну, Шансунг говорит, что лагает на работе, я не знаю. Зачем два ДЦ? Я в холле присте шелдую, как батя. Так, сапроты говорите, да? Обмен на сапроты, у кого мало ХП. А мало ХП это сколько надо? Больше 30к. Ну, у меня 32 нормально. Ну, блядь, такой всем, ну, может быть. Фелшер обмен. Хилы обмен.
Нет. Боссом. У меня тоже вкачано. Да. У меня на 6. СПД. Да, СПД. Да убери это говно. СПД у микстурки, у меня нет. Меня слышно? Да. Подожди. Так кто там еще у нас ладит? Галя, обмен. А, у меня командирский голос не качан на туре. Завтыкал, что я меня убил 3 раза. Просто тебе не нужен, да? Бычьи головы тебе не нужны, да? Все, рычанаку, выпили запрос. Утек, кричишь на хп, пока да, потому что у тебя вкачан. Турбо, Войт. Он курит. Турбо курит. Встали все, кружок. Пошли за кружком, встали. А мне туда. А вон, мне вот тут стоит. Дальше чуть-чуть еще правее. Че, можно? Вот огонь, бля, уберите на третью ауру. Войт, короче, вот да, где-то вот на таком расстоянии от круга просто. Убери ауру огня. Как же если прям по полосу двигать, можно что рейд спануть. Дим, ты кому истерию кинешь? Я в анхолике. А, ты в анхолике? Okay. Агроболь что? Отколь, в анхолике агроболь. Турбо, фелшер. Турбо еще курит. О, турбо тут. На 3-й секунде уже бежим все, так что готовьтесь к битве. Побежали. Не бьем, дайте агро набрать. Все в фрейме бежим, босс. В одном фрейме. Я просто вот так бегаю, да? Молодцы, да, да. Появились. Центр побежал. Расчет силовых параметров. Повешалось на вас ЧВ, посмотри. Гера. Есть. Да. Угу. КД как на котлоса на пол давайте. Класс, дай мне стрим. Little Rage. А мне ее кинул уже. О, сука. Какая радость. Ты недостоин. Кто коня, кстати, забрал? Я пану отдал. Сдвинули. Так, масса бэр эффект. Быстрее, это скоро тяжки. Уже скоро тяжки. Не вставай. После него. Прохил. Крикнах, кто ему дайте?
сдвинули. Рогу-то забафьте, он подохнет сейчас. Пистобаф, лапу. Каску по роге, пистоб... По турбе сальва. Шреддер, по турбо сальва, дай. Так, по Виби, Виби снег. Расчет силовых параметров. Чужеродная форма уничтожения реализована, завершена. А я на кольцо вот это железное могу забегать, нет? Не надо. Ну, то есть, может, трейд спануть. Принятие альтернативных мер. Угроза нейтрализована. Я пока не могу использовать эту способность. Че вы? Расчет силовых параметров. Отпустили угроз. Сальва. У нас один. Значит, вмешательство. Все вары, блядь, прожимки. О, прожимки. Дали вмешательство, мы сейчас. Саджира, дай вмешательство. Шансон. Принятие альтернативных мер. Уничтожение ресурсов. А вот не вижу. Ты че, прикалы? Я без аддонов играю, блядь. Не вынеси надо, чтобы дать мне. А зачем аддон, чтобы носить? Как я тебе выберу шансунгу, блядь, здесь? Цель цели мастера. Ну? Мастерал не в моей игру. Хорош. Ну бас. Че вы? Сдвинулись, сдвинулись. Чулана. Давай по костели. Казуму, дайте вмешательство. Сейчас двое ляжете. Топаем, топаем на. Это шивы есть, Сузир... мастер. Суджиры шивы есть. Танки там будут. Расчет силовых параметров. Шивы, блин. Сдвинули. Чужеродная форма жизни деактивирована. Суджиры нахуй. Стоп, не ДПС. Прожми шивы. Да нет, в смысле, если босс сагрится, прожми шивы. Принятие альтернативных для уничтожения мусора не произошено. Может быть. Покрасивай. Блин, в анхолике вообще агро получше. Угу. Ну, смертность, конечно, угореть. Вы хотите сказать, микстурка сейчас станет в анхолике, а меня нет в рейде, да? Так всегда, либо я в хиле, либо меня нет в рейде, по-любому есть анхолик. Мы так знаем, что ты лошара, что ты всем это говоришь? Чулан, ты понимаешь, я на маунта два раза сотку ральнул, а меня побрили. Говорю, сейчас сотку сролю, кидаю роллы и сотка, понимаешь? А мне такой, ой, да, не считается, понимаешь? Якутия, да? Больше не там. Франсунг, если ты что-то говорил, тебя не было слышно. Здорово. Душевно. Так что там решили с той гильдией? Они еще подумают, день другой. Ну, типа, говорят,
если верить их слухам, пока мисс лучший вариант это мы. Паладин разбойник. Почему не сначала в луде показалось, что это варовская упала? Пойди разбери. Здравствуйте, третий спек, эффект на мейн. Они там очень похожи. Иконка. Сейчас меня это нормально третий, слышно высоко. Или нет? Чё? Да, слышно. Чё, всех подождём, все добегут? Пойду посмотрю. Чтоб и хилы тут были, а то два слабых. Так я заблудился. Надо больше танков. Вот, танки, котлас. Танк это вы. Я логнусь пока. Или будем умирать. Как бы в 10, чё я захожу. 4 хила этот босс прикидывает. Всё нормально. Маликать будет ретик на саларе. Смотрим сам ниже ДПС. Кто у нас? Шарпина. У нас вообще-то царь есть ДК, блять, в рейде. Весь рейд. Ну так я и говорю, я просто победитель по жизни. Этот крутится. Легионера держишь там, я эти тогда. Да, хорики больше. Значит, идет патруль, протягивай дальше туда. Протягивай. Сейчас патруль идет. Отходите. Встань. Смотри, чтобы вихрь сейчас не закрутился, приятель. Я забрал котлас. От уголка отойдите, вихрь крутит. Бля. Хорош. Как Дарья? Сейчас патруль идет обратно. Дарья там пизда. Мастер на рубль вообще лучше рассекающим бить, а не ударом героя, потому что он рвет пиздец. Рассекающим меньше 100 раз не убирает. У меня еще крит нахуй, рассекающий сильно. Ну да, ты просто на рубль вообще не ударом героя. Да это похуй, суть в том, что просто, чтобы у тебя не было глэнсингов, для этого ты даешь убирать. В тот раз я тоже 30 секунд ждал. 30 секунд в тот раз тоже ждал, да, как сейчас. Но я бил ударом героя и сорвал, блять, вот. Сразу считай. Да я с ним говорил, он в середине декабря появится. Что, Медвей? Шаленько, ну. Оп, тронку забери. Вот я чё там, это, мост, на мост бете, блядь, зарабатывает на ноутбук, что ли, или чё, чё, блядь, куда он находился? Он переехал. Короче, интернет еще не провел. Он так приходил в... Да, Тём. Он был, приходил, пиздел с нами в 10, заходил, спрашивал. Микстур спрашивал, где его стрелы, блядь, делись. Знаешь, что я сделал с Аджиром не так-то? То, что начал играть за ворот, да? Отводи я от легионера. Там. Отошли от легионера к милике. Купил халку и думал, что это, блядь, на 80 сил. А это на 40. Сука. Тупо косарь бил бил в ноль. Кто там меня вчера на личи откинул? Какая падла была. А когда вы на сферу побежали? Ну там, я ж босса возвращаю назад, бегу, блядь, и в этот момент меня откидывает кто-то. Просто шикарно, блядь, я очень рад. Короче, Микстурка, после РТ поговорим с тобой. Угу.
Этот мастер. Ты на келе сокрушитель, когда берешь, у тебя фул кап РП там. Таки не было фула. Дал шевы на рейд, на всякий случай. Вот, поменяйте. Я так думаю, что я должен быть. Да, Лрей, потом Котлас. На очереди на ворон. У Котласа уже сколько печенек? Две? Я не знаю. Угу. А у него, да, ты... О, заебись, еще один танк тут хороший. Ну, не в танк. Т5 на танка ни в коем разе. Это разве что я потом буду тестить уже, после того, как ДДшника соберу, может быть. Вот, там где-то Сакрас говорит, эти брасы держат боешка. Я, кстати, про Т5 тоже так думаю, что... Фрасты неплохо дамажат. Фрасты говно. ДД-то это одно. Мы про танка, то что вот именно если смотри, ты смотри, там Блада прокачивать, я вот примерно прикинул таланты без двух аур. Вот в Т5 получается. Так это уже вообще шлак. Ну как шлак? Будет у вас фрост, если в рейде или кто там. Ну это если фрост, да. Аплодисмент. Заберу часового сейчас. Сейчас не таунтите. Mm-hmm. Да я тут встану, я вообще ничего не могу. Кто такой, сука, жирный ебан? Бля, сдох. Да, классная на хп дай. Джура до войда подними. Шивы откатилась. Нам все равно чистить роботов. Предлагаю их сразу убить. Да, в принципе, туда же идти в келью. Ну, с той стороны тогда не надо было их трогать. Ставь лут, забираем больше. Чулан, или кто это говорил? А нет, это не кто был. Зачем момент портишь? Вот нахуя так делать, блин? Это, блядь, моя реплика, сука, не воруй, пидор, блядь. Шизика в рейд пустил. Настроение поднимаешь. Мастер, тут еще одни запы лежат. На нахуй, блядь. Еще раз, блядь, такое повторится, блядь. Sir, yes, sir. Вот тут, где я прыгаю, мастер. Резайте его нахуй. Пришли долги Чё? Возрывать, хотят, чтобы ты вернулся долги. А, да я ему сказал, что я уже обрадовался, когда он с гильдии ливнул. Так же можешь ему передать то, что я ему написал. Кто-кто, коллекторы пришли? Да, Ума Турман называется. А чё он? У него мут в гильдии все равно, так же плохо. Так же насрать вообще на него. Ума Турман, который был у нас, да? А почему он вернулся? Так он... Чё? Я что-то не догоняю, судя по тому, что он писал мастеру, он сюда не должен был даже близко смотреть в эту сторону. Хули вы его обратно принимаете? Это Твинк, его, блядь. Твинк в этой гильдии остался. Алло, о чём вы? Попросил, да, снять мут. Я снимаю мут, потом обратно. Давайте справа пойдем. Я говорю, блядь, ты нахуя с гильдии ливнул? Говорит, а что сделать рефрак, это с гильдии ливнуть? Говорю, да, блядь. Наркоман! Долбоёб. А, значит, рефракт это с гильдии ливнуть. А то, что он тебе в ПМ писал, что ему там кто там, все, блядь, всякие-сякие, это... Да, да, значит... там много плохих слов и все такое прочее. Патрули да. Делать, смотрите, как быстрее льём. В общих чертах. В общих чертах. Тут тезисно, да? Тезисно выражает, да. Да, сиськи мастер.